Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние. Всего хочу поблагодарить тех, кто меня пригласил возглавить попечительский совет. Я ни секунды не раздумывал, попросил только об одном, чтобы все члены попечительского совета меня активно поддерживали. Добрые люди изготовили такой драгоценный ковчег чистыми великого угодья Божия. Да хранит Господь вас и дни особо тяжелые в царском селе, хотя... Собрали полностью и роспись, и иконографию.